Надюх, а что в подводке? Давай, а нам все равно допишем. Крупность вообще нормальная, да, получается? А вот что-то стол у тебя был срезан. Господи, боже ты мой, все забыла. Миллиард ручек. Внимание. Поток. В эфире главные гости Екатеринбурга. Меняются герои, корреспонденты, формат. Неизменным остается драйв перед прямым эфиром. Каждый день в 19:00. Все с чистого листа. Лето 97-го. В эфир выходят просто новости. Без студии, без ведущего. Только закадровый текст и картинка. Сюжет бывает длится всего-то 45 секунд. Но важна не форма, содержание. Посмотрите, как говорят о нас в курилке. Опять эти новости. Но на самом деле это не так. Все мы личности. Пусть невменяемые личности, но именно личности. Беда жителей дома номер 34 по улице Гурзуфской – вот такие серые крысы. Осень 99-го. Начало контртеррористической операции в Чечне. Репортажи из горячей точки ведут все федеральные каналы. Туда, где стреляют, отправляют и корреспондента студии 41. Четыре раза съездили, и пришла, значит, моя мама, Владимир Аркадьевич, показывала, не делала неудачи, но сказала, пообещайте мне, пожалуйста, что больше Вероника не поедет никогда. Март 2002-го. Перестройка. Рушатся старые стены и формат новостей. Теперь на седьмом этаже единственная в городе студия Ньюсрум. Зрители видят за спиной ведущего работу редакции. Яркие нетелевизионные цвета и логотип, означающий движение вперед. Новости перешли в наступление. Впереди Анна Шнайдер. Будем говорить о новом проекте наших новостей. Итак, новости наступления. Куда, на кого они наступают и почему они наступают? Студия 41 подарила мне много счастья, но как минимум один счастливый день. Был год, наверное, это был первый мой год в Екатеринбурге, когда празднование дня рождения студии совпало с празднованием моего дня рождения. И это был клуб. Это была вся большая компания там. Это были красные Элвисы. И это было такое счастье, потому что рядом приятные тебе люди, все на подъеме, все творческие, все жаждущие там совершать какие-то подвиги, делать красивые поступки. И при этом, при всем, еще и подходят и говорят тебе приятные вещи, ну, поскольку день рождения положено. Наступление привело к победе. Осенью 2002-го с конкурса ТЭФИ в редакцию приносят «Орфея». Это самый главный приз на этом конкурсе. Получили его мы. Мы все молодцы. По очкам узнал. Я серьезно говорю. Очки у вас какие-то неприхотливые. Делать поперек формата для 41-го хороший тон. К чему очередной исторический официоз, если у свердловчан на полках пылится свое кино? Надо его только немного отремонтировать. Когда смотрели этот фильм «В красном уголке», каждый, кто себя видел, от восторга, значит, взвизгивал. Казалось бы, что может быть скучнее замены водопроводных труб? Но даже в котловане есть место для творчества. Вова, сейчас снимать тебя буду. Ты сколько сварщиком работаешь лет? А? Вот работает опытный сварщик Володя Бабенков. Репортер Елена Друмова и бригада ремонтников вместе несколько недель. Съемочная группа дневала-ночевала на участке. Вся эта коммуналка вылилась в спецпроект «Бригада» и «Победу на ТЭФИ». Была такая штука прикольная. Начинается заставка, и в этот момент ты не можешь соскочить, потому что тут идет подводка. Подводка закончилась, начинается сюжет, ты просто бегаешь. Бежишь к режиссеру туда, идет твой сюжет, начинается.
титров еще там не успели наложить. Просто в этот момент, когда идет сюжет, да, я надиктовываю титры, и получается режиссер, он в этот момент набивает, и реально это был прямой эфир. Вот такие были ситуации у меня лично раза два или три. Для академикам большое спасибо за то, что так высоко оценили мой труд, и за то, что помогли с выбором подарка моей маме, у нее завтра день рождения. Спасибо. Я считаю, что репортер вообще должен пройти такую очень жесткую школу, потому что это работа не для слабонервных. Никогда не было у нас здесь в новостях такого, что вот кто-то там скрывается, не хочет. Мы ездили, делали по 2-3 сюжета в день, никто не ныл, ничего, то есть это какая-то была вот постоянная гонка. Ой, да ну вас всех. Август 2010-го. Новое имя. Теперь на студии 41 выходят главные новости Екатеринбурга. Так же, как и наши зрители, мы меняемся, мы экспериментируем, но неизменно остаемся телевидением большого города.